Здравствуйте, меня зовут Суслик, и сегодня мы играем в Gunkraft. Это какая-то игра, похожая на смесь Майнкрафта и еще чего-нибудь. Ну, в общем, почти Ace of Space, наверное. Она сейчас в стадии закрытой, то есть открытой беты. Ее можно найти в Десуре по запросу Gunkraft, что, в принципе, неудивительно. И вот у нас сейчас, видимо, идет загрузочка какая-то. Ну да, наверное, похоже на Ace of Space, но там были какие-то свои особенности, например... Что сюда можно перенести, в принципе, карты из Майнкрафта. Здесь, по-моему, намного больше классов было, но... Вот Choose Class, так, Scout, Снайпер. Давайте Снайпер, естественно, это же Снайпер. Что это? Это же не Снайперка, да? Звуков, как я понимаю, тут нету. Так, геймпад. Вот, Volume. Нет, звуки тут есть. Ой, я их не сохранил, прощу прощения. Вот так вот я их сделал, чтобы они хоть были. Так, и выглядит эта игра это вот так вот. Там я вижу, что-то бегают какие-то люди. Эй, привет. Мне нужно вас убить, как я понимаю. Вот, по крайней мере, вот этого точно. Иди сюда. Я его убил? Я его убил. Надеюсь, что это был не свой. Но вряд ли. Я все-таки тоже красный цвет, а он такой летает весь. Слушайте. Прицел. Так, окей, надо искать каких-нибудь противников, наверное, чтобы больше экшена. Так, вон там кто-то есть. Yeah, no scope. Воу-воу-воу. Я тут босс. Не надо тут. Так, а мне интересно, есть ли у меня еще что-то? Ага, у меня есть базука внезапно. О, такой, то есть он не умер. Ах ты. Блин, воу-воу-воу-воу, как я сюда попал? Где этот пацан? Оу, щит! Воу-воу, полегче, парень. Так, теперь у меня снайперка. Господи, вот это прицел. А чё он? Что за радужное? Что? Так, ладно, попробуем залезть на дерево. Но я же снайпер, я должен занять какую-нибудь высокую позицию, типа... Ага, вон там кто-то, я видел, шел. Да, вон он, вылезай, давай. Я не попал, да? Ну, наверное, не попал. Видите, разрушается довольно-таки все, но тут, наверное, очень стараться надо что-нибудь разрушить. Но то, что можно разнести к чертям всю карту, в принципе, прикольно. Ау! Ах, то есть, может, у снайперов есть такая хреновина, которая позволяет притягиваться? Ну-ка. У меня ничего нет, нет, у меня нет ничего такого. А это что такое? Ну-ка. Какие-то машинки, типа. А, то есть, ой... У меня что-то... Что это такое? А, видимо, это рукопашка. Чтобы использовать всякую такую технику, нужно, типа, перезаказать игру. Ну, естественно, я этого делать не стал, потому что я не уверен, что я в эту игру буду еще играть. Но показать ее все-таки я, наверное, вам должен. Потому что, может быть, кому-то она очень понравится. То она, в принципе, довольно-таки очень похожа на Майнкрафт какой-нибудь. Но, нет, все-таки больше она реально похожа на Ace of Space. Но, насколько я понял, возможностей тут побольше. Правда, я не знаю, как ломать. Есть тут вообще лопата. Мне кажется, есть какой-нибудь класс особенный, типа... Давай, вылезай. Вылезай, я уже жду тебя. Я понял, вот то дерево это и есть спавн врагов, типа... А, какого... Что за херня? Как у меня кончились патроны-то, господи. Я даже не выстрелил ни по кому. Давай, вылезай. I see what you did there. Можешь не прятаться. Давай. Тут вообще всяких много штучек здесь вот слева, справа. То есть, ну, я не понимаю, что это. Да, я его убил. О, дабл килл. Да. Да блин, почему он сам не может перезарядиться? После каждого выстрела нужно самому перезаряжаться. Так, окей, что у меня еще этот пистолет? Ага. О, какой классный бегаю с пистолета, да, такой? Во-во-во-во-во-во-во. A between build and gun, oh. Ух ты! Вау! Все-таки тут можно строить. Ой. Отлично. В принципе, да, это Ace of Spades прям чистой воды, наверное. Воу-воу-воу-воу-воу!
Так, окей, пистолет довольно-таки имбашный тут, как я понял. Это что, была граната, да? Ладно, может и нет. Так. Не знаю, как его сейчас я вот так вот застрою. Так, да, я снайпер, да, типа я могу тут вот так вот стоять с той снайперкой, патронов у меня сколько там, 12 еще, да? Бам. Мне нравится, что патроны, ну, летят как-то какое-то время. То есть они не сразу достигают цели, я видел там противника на миникарте. Так. А, его убили. Так, окей, можно продолжить строить, я правда не знаю, что еще можно делать. О! Можно копать, отлично. Not bad. Что за хрень? Воу, воу, воу. Воу, зачем ты это сделал? Что за... Ну окей. Ух ты, это... Подождите, что? Воу. What the fuck? По-моему, я строю что-то реально большое. Это может я как переключился на это, но как? А, вот, колесико мыши, типа. То есть, в принципе, мы тут можем вот такую вот хреновину. Воу! Воу, одним движением. Видали, что вообще построил? Так, окей, у меня теперь есть тут своя хата. Да, даже со вторым этажом, как я понял. Так. Замечательно. Так. Окей, это уже интересно. Так. Лампы. Охренеть. Охренеть, свой дом построил прям, зашибись. Криво, ну и черт с ним. Так, как тут переключаться через... Ой, не хотел ломать. А, вот оно, да? Во. Ну уже строй. Строй! Hold space to deploy pressure. Может, у меня денег не хватает? Наверное. Нет, денег-то у меня, я думаю, не может не хватать. Можно стенку. О, бункер. Отлично. О, вот это удобно, кстати. Так, я совсем забыл вообще смысл игры, что нужно как бы противников убивать. Квикскоуп! Да, конечно. Оу. Да он меня просто заоунил. Шотган Герл, что? Нет, давайте Assault Vehicles, не знаю. Так, побежим, где мой дом? Где мой дом? Вон там мой дом. Давайте вернемся туда. Так, по-моему, в этом доме кто-то есть. Сука. Перезарядку, естественно, отдал самому. Ну что, меня молотком убил? Окей. Вот это неудобно, значит, кстати, перезарядки, потому что у меня... А, только у меня еще чат открыт. Окей, окей. Как видите, даже разрушаются, собственно, здания, да? То есть, если я тут, наверное... Да, здания разрушаются. Это абсолютно потрясающе. Вау. Почему не могу фортресс построить? Постоянно что-то мешает, да? Просто мне никаких ошибок не выдают, поэтому я задаюсь вопросом, а, собственно, что не так? Да. Что? А, это он возводится. Ок. Он возвелся. Так. Блять. А. Так, окей, его убил я. Или не? Это что такое вообще? О, это хук. Отлично. Оу. Так, окей. Я все-таки сюда залез. А могу ли я тут построить что-нибудь? Fortress Light Post. А ну-ка. И что это? Почему он так долго возводится? Лесенки. А, это фонарь. Ок. Так, ладно, мы тут все возвели какую-то огромную штуковину, с которой я боюсь упасть. И мне, блин, кажется, что это абсолютно потрясающе, что здесь не нужно полчаса думать, как что строится, так.
Fuck yeah. Естественно, пока битва тут что-то не очень захватывающая вообще-то, потому что... Ну, как-то это открытая бета, и все не очень сбалансировано, но здесь офигительная система стрикства, я считаю. По-моему, то ли мы выиграли, то ли мы проиграли. А, да, красная команда выбрала, я как раз был в красной. Ну, и на этом мой мини-обзор, это, естественно, не летсплей будет, просто обзор игры. Закончен, все, до свидания, с вами был Суслик, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, всем пока.